Необычную картину на этих выходных можно было наблюдать в Георгиевском районе. Люди пенсионного возраста прыгали, бегали, гоняли мяч и при этом все время смеялись. День пожилого человека здесь традиционно отмечают спартакиадой, причем энтузиазм и энергичность ее участников вполне способны дать фору молодым спортсменам. В этом убедилась Ирина Самарина. Отметить праздник георгиевские пожилые люди решили активно. Центр социального обслуживания населения организовал спартакиаду под названием «Тропой здоровья». Сегодня мы организовали выезд на природу, чтобы зарядить еще раз наших подопечных положительными эмоциями, подарить им радость, общение, оздоровление и, еще раз повторяю, положительных эмоций. Чтобы тело и душа были молоды, эти люди и бегают, и прыгают, поют и танцуют, раз и навсегда запретив болезням и хандре вмешиваться в их жизнь. Раз, два, три, начало игры! Все мероприятие вылилось в настоящий спортивный праздник. И совсем не важно, кому присудили победу. Выиграли по большому счету все. Ведь участники победили скуку, недомогание, возраст и зажгли зеленый свет здоровью, энергией и хорошему настроению. Эти встречи дают нам прежде всего здоровье, зарядку бодрости духа и молодость. Чувство дружбы, чувство сплоченности и чувство хорошей, красивой жизни. Эстетическое удовольствие, наслаждение от общения с коллективами, с природой, радость. Это огромное единение людей в возрасте. Настроение бодрое, хоть у меня уже годы 77, но я бодрость себя чувствую и настроение. Такое общение, такая природа. И сегодня такой день замечательный. И всем желаю здоровья. Километры, не страшны нам ни дожди, и ни ветры. Главный приз для всех – дружеское застолье и душевное общение. Этого не заменишь ничем, ни мягким диваном, ни телевизором. Чтоб друг другу мы все пожелали, то, что я вам сейчас пожелал. Ирина Самарина, Юрий Морозов. Специально для Ставропольского телевидения. Город Георгиевск.